Всем привет, дорогие друзья. Это мое любимое обращение, как вы могли заметить. Я сегодня на нюде, потому что у меня не было времени собраться. И в пиджачке, как бы такая. Леди. Мне очень нравится сегодняшняя погода. Всем хорошего дня. Планов нет, но они появляются в самый неожиданный момент. Ждите. Я, значит, уже приехала. Рановато, конечно, но ничего страшного. Мы вот отсидели одну пару. Сейчас мы идем на фестиваль Вол что-то там. Сюда, сюда. Вот. Такие вот дела. Я, собственно, приехала в свою деревню. Ой. Знаете, такая штука, когда утром едешь в автобусе, можешь поспать, пока сидишь. А вечером, ну или после пар, когда уже возвращаешься с учебы, домой лучше не садиться. Лучше ехать стоя. Потому что когда ты садишься, тебя клонит в сон, ты не можешь проснуться. Либо я лично засыпаю уже под конец дороги, когда надо выходить, и вообще не хочется выходить, вообще не хочется вставать, потому что хочется спать. Все, такой моментик. Либо врачи, либо кто-то там советует выпивать стакан воды на ночь. Что это такое? Короче, выпиваете стакан воды на ночь. И вот когда вы просыпаетесь в туалет, тогда и нужно просыпаться окончательно. То есть организм уже хочет проснуться. У меня волосы отросли. Сережку сняла чуть-чуть. Ну ничего, да? Как бы такой образ для лилипутов. Все, я иду домой. Буду сейчас вкусно кушать. Я хочу рассказать свои впечатления о просмотре первой серии «Пацанок». Какой там сезон уже? 9-й? Что? Вот, мне очень понравилось, как всегда. Я вот решила сделать карту желаний. Еще мне нужно нарисовать всякие картиночки для оформления, так сказать. А еще важный момент. Сегодня я на 100% решила, что хочу бросить все вредные привычки. Я подсела на здоровый образ жизни. Мне очень нравится правильно питаться, заниматься спортом и саморазвиваться. И искать себя. В последнее время я полюбила вязание. Но я не вязала уже дня 3, если честно. Потому что у меня что-то не находится время на это. Я то почитаю, то вот рисую сегодня, то смотрю «Пацанок». Сейчас буду презентацию делать в институт. Вот такие пироги. Мне завтра ко второй паре снова. Неделя, конечно, хорошая. Я, короче, приклеила лиану. Она где-то на гвоздях держится, а где-то на скотче. И скотч где-то отвалился. Грустно. Доброго ранку всем, мои любимые, дорогие друзья. Я поняла, что у меня влог, у меня вообще ведение блога очень сильно заряжает и раскрепощает еще сильнее. Вот едет машина, мне вообще все равно. Говоришь, нет, немножко стрёмно, что я снимаю, но ничего страшного, как бы, да? Потому что мы все понимаем, что всем людям абсолютно все равно на жизнь других людей. Поэтому привет! Я сегодня в юбочке, как бы. Ну да, да, такая сегодня леди. Что-то на женском. День 3-й, без вредных привычек. Чувствую себя прекрасно, ничего не хочется. Хочется только жить, радоваться жизни и нести в мир радость и добро. Всем хорошего дня. Увидимся чуть позже. Знаете, мне очень нравится. Мне очень нравится снимать. Буду снимать постоянно. Ну, просто гляньте, как бы наши стены. Ну, необычно, да? Необычно. Всякие тут экспонаты интересные присутствуют, да? Необычно наша аудитория. Здесь мы будем сейчас заниматься. Нас 26 человек в группе, как бы. Ну вот, все присутствуют, собственно. А если вы окажетесь в Ютубе, вы будете против? Нет. Мы в Ютубе.
Мы идем в подвал. В столовую. Буфет называется. Да, мы идем в буфет. Буфет номер один. Надеюсь, что там не будет очереди, и мы нормально посидим. Все успеем. Смотрите, просто везде вода. Всех вода. Везде вода. У меня тоже вода. Вот здесь красивый свет. Ну, вот у нас перемена сейчас. Переменимся. Мы вот валяем дурака. Наше любимое занятие. Немка. Я иду. Свои любимые щучки. Щучки. Вкусно покушать, поболтать, посидеть, попердеть. Обсудить вся и все на этом белом свете. Вы гляньте, какое солнышко. Вот, я уже иду к своей любимой подружке, как будто я иду в каком-то бомжатнике. Но на самом деле нет, здесь все цивильно, она вообще живет в новостройке, но просто, ну, дворики такие, знаете, интересные. Я специально сделала себе скриншот квартиры и этажа, и подъезда, где живет моя подруга. Чтобы точно не забыть, не ошибиться с квартирой. Потому что я всегда забываю квартиру, этаж, все. Лифт работает, слава богу. Не работает. Открылась дверь, ура, ура, ура. Дверь открылась, ура. Просто до этого не работала дверь. То одно, то другое. Вот все заходят. Как вы, да, дорогие друзья? Поехали! А какой этаж? Шестой. Ой, вспышка включена. А, смотрите, значит, я еду в лифте, да? Очень приятно. А, сейчас мне откроет дверь моя любимая Ульяна. А Ульяна постриглась, как я. Только вот, как изначально я постриглась. У нее боб. У нее прическа боб. Сейчас я покажу. Можно я тебе покажу? Показывай. А кому? А, ну. А, ну я вот так. Ульяна сказала такую вещь. Значит, когда прихожу я или Данил к ней в гости, Данил твой брат двоюродный, да? Да. То у нее всегда не убрано. Ну, приятный момент. Приятный очень. Мне нравится. Я хочу есть, но Ульяна убирается. Сейчас, да? 3 минуты, я тебя накормлю. Уборка за 3 минуты, друзья, вы верите? Я нет, но не важно. Я... Ну так, раскинем по углам чуть-чуть. Да. Ну и нормально. Дорогие друзья, я хочу снова есть. Я постоянно хочу есть. А также Ульяна. Я не прокормлю. Мне кажется, не я буду прокармливать мужика, а он меня равноправит. Не буду я уговаривать. А ты можешь сказать обо мне пару слов каких-нибудь? Вот, описывающих. Лена очень худая, в смысле, она, наверное, самая худая из всех моих подружек. Но она больше всех жрет. Я не встречала еще ни одного самого, ну, вообще более конченного и веселого человека, чем Лена. Лена 7 пятниц в неделю. Она сегодня. Ульяна, все, я решила, я буду блогером. Все. Снимаем истории. Я снимаю влог. Ульяна, не мешай мне, я снимаю влог. Завтра. Ульяна, я поняла, я хочу быть бариста. Я устроилась в Корте кофе, я теперь бариста. Послезавтра. Ульяна, я хочу быть астрологом. Я хочу купить курс, учиться, и я буду астрологом. Причем, чтобы вы понимали, это все не выдумки, это реальные истории жизни. Я сейчас не выдумываю, это реально все было. Проходит еще какое-то время, я поехала вожатая в лагерь, 3 месяца ее нет, приезжает, опять блогер, потом опять астролог, потом нумеролог, потом... Я офигенный СММ специалист. Хочу веселье. Поехали в клуб тусить. У-ху! Завтра Ульяна, я в ЗОЖ. Качаем попу, кушаем только огурцы и помидоры. Завтра приходит. Не, ну Ульяна, у нас мы один раз живем. Ну зачем вот это вот в чем-то?
Если в душе откликается, значит надо. Второе, это отдельный вид искусства вообще, по-моему, Лен. Все свои проблемы она на Таро расставит. Неважно, где она и с кем она, мне кажется, если вдруг у нее какой-то вопрос, пока она идет в институт, она готова хоть на бордюре как-то Таро раскладывать, чтобы узнать ответ на этот вопрос. У Лен такая красивая. Я представляю, ты там приблизила, наверное, что у меня один нос видно. Да? Ну нет, не настолько. Ну ладно, тогда спасибо. Надеюсь... Smile face! Мама. Мама. Она выглядит как маме. Среди всех в этом клубе. Я ведь всегда шикарен. На ней сидит все идеально. Так, дорогие друзья, смотрите. Я попросила Ульяну одно крыло. Она мне положила два. Потому что я знаю, что она этим не наест. И потом, Ульяна, тебе есть еще что-то вкусненькое? Вот еще один факт о Елене. На первый взгляд может показаться, что я девчонка добрая и милая, но это совсем не так. Характер у меня будь здоров. Знакомились, либо прям была... Что это такое? Реально притягательная. Вау! Она реально притягательная. Я парень, и мне хочется что-то такого плохого. Что такое? Давай тест быстрее, Дань. А что такое, ты можешь сказать? Мне так нравится эта плитка. Она просто невероятная. О, лучше я не буду показывать. 8000. Обязательно озвучить? Конечно. Лучше покажем сейчас. Сейчас подсветим все наши прыщики. А моя суперсъемка просто, ну как бы. Лен, надо что-то придумать, Лен. Я сейчас придумаю. Собственно, я уже возвращаюсь домой, наконец-таки, от подруги. Я уже одета. Я так хочу домой уже, если честно. Я так боюсь идти, там очень темно. Ничего страшного, я справлюсь. Я не знаю, нас видно вообще, наполнится или нет, но нет. А нельзя было на кнопочку нажать, которая отдаляет? Там качество не очень, наверное, 5. Всем привет, дорогие друзья. Я никак не могу идти домой. Я вот... Он встретил меня в автобусе. Да. А куда ты это выставлять будешь? Мой вопрос. В YouTube. Всем привет, дорогие друзья! Я нахожусь уже в салоне «Стрекоза». Да, это не реклама. Вот Ульяна, собственно. Вот наша модель. Вот, пальцем сделаны. Ульяна красила, да? Вот. А вот свет. Ой. Вот свет замечательный. У нас тут музыкальное сопровождение на уровне. Ребят, очень интересное, значит, времяпрепровождение у меня сегодня. Я прогуляла пары, зато поехала в салон подруге помогать. Мне кажется, хорошо. Ну, блещу. Я звезда. Сияй. Сияй, сияй. Боже, помогите мне, пожалуйста. Где я? Сука. В чем заключается моя работа? Я держу себя в пути. Подожди, подожди. Ракурсти. Так скажем. Не смеши меня, не отвлекай. Вот просто сеса. Все.
Ну, наконец-то выехали уже. Сколько можно ждать? Вообще. А мы вот встретились с Стасей. Мы сейчас пойдем гулять. Проехал троллейбус. Отправляемся на набережную, дорогие друзья. Всем. Вот это да, вот это кадр. Настя, хочешь такие же вареники? По-моему, секс. О, покрутились. Карусель, карусель, это радует для нас. Видно? Мы сидим. У меня побольше. У воробушки. Ну, короче, меня бесило то, что он такой нюни какой-то весь. Реальный контент! А вот еще одни покатунчики. Ну, я не верю. Значит, мне вот стул для этой истории. Я бы был тебя, а остальным сори. Просто посмотрите, уже листва здесь. Ой, как красиво. Гляньте просто. Это девочка с картинки. Мне так нравится, она там высокая, ее резинки. Половинки не надо. Все, хватит, конечно. Я вообще вот, вот про эту девочку говорила, если честно, как бы, вот про эту. Это я не знаю, кто как-то женщина вообще левая. Все, я пошла. Привет, дорогие друзья! Мой видеоблог продолжается, и сейчас я возвращаюсь домой. Наконец. Я очень сильно устала, почему, непонятно. Я очень сильно хочу домой. Я очень сильно хочу в туалет, хочу попить воды и лечь в кровать. Всем хорошего вечера, хорошей ночи. Всем любви, удачи, добра.